теперь я свободна от такого искушения, что не давали мне мыслить. Крусейда! Теперь я тебя уйдет. Голос леса восстановлено. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Оре и зов огней. Смотри, вот почему нельзя было сражаться с паучками, да они же просто ее дети. Сражаться можно было, кстати говоря, это самый большой. Сражаться можно было, но просто убить их нельзя было. Вот в чем прикол, потому что это просто детеныши. Нас так много, но мама говорит, что любит нас всех одинаково. Не было бы трудно. Вот, любимочка, мы ведь ничем не отличаемся. А что ты можешь мне сказать по поводу всего этого мора? Малыш, закрыли врата над нетрами. Это хорошо. Хорошо и то, что они бросали тебя со света. Не украла его, когда была не в себе. Свет должен светить там, где его видно. А это день там, где прельни. Слишком долго будет без матери. Скоро даже малыш вырастут и покинут родную паутину. Будь на поверхности предков, они могут разместить по всему свету. Интересно, а как давно Нива вообще была в упадке? Потому что пауков не было даже в Нибле. По-моему, их там не было, если не ошибаюсь. А те пауки, которые были, которые нас атаковали, они, интересно, все еще будут нас атаковать, все еще будут под упадком? Нас окружала тьма, больше мы ничего не помним, всегда была лишь тьма. И мама, яркий свет нас немного пугает. Тебе тоже было страшно у нас во тьме? Ну да, есть немного. Мама сказала, что закрыла врата, чтобы нас уберечь. Что-то шло, а те, кого она касалась, становились другими. И мама тоже. Но благодаря тебе она снова с нами. Знаете, что самое интересное? Самое интересное, что Крик была рождена из пыли, из праха и пыли. Ну, то есть имеется в виду, что ее родители окутали ее прахом, но из этого все родилось, это ясно. Но ее упадок коснулся так, что в итоге она родилась с деформациями. Но сама она... Под властью этого упадка или как? Он ею управляет? Ага, ясно. Этот упадок управляет криком или нет? Или она сама по себе вольно поступает так, как хочет? Просто если так, то тогда может быть достаточно избавиться от упадка, и тогда крик тоже можно будет, по сути, спасти. Но я что-то очень сомневаюсь, у нее, в общем-то, вполне логичные мотивы быть тем, кем она является. Так, хорошо. Смотрите, какой у нас план действий дальше. У нас остается только пройти за эту дверь, но у нас не открыто еще здесь что-то. Но я думаю, что мы сюда, вот здесь вот в частности. Но я думаю, что мы сюда сможем пройти только после... Кстати говоря, сюда было бы неплохо еще слетать. Я думаю, что мы сюда сможем пройти только после того, когда Крик оттуда уйдет. Чтобы она ушла, я даже не знаю, что нужно сделать, честно говоря. Вот. А дальше нам нужно сейчас вернуться будет к Тале, а до темечка нам нужно будет сходить теперь в этому в родниковых полях. И нам нужно найти того, кому нужна была бы эта нить, которую мы нашли, самая шелковая нить.
Возможно, вы мне уже все это подсказали, но я, к сожалению, еще не видел, еще не знаю, не знаю, увы. Так, ну хорошо. Хорошо. Давайте пока отправимся, наверное, на поиски. Хотя давайте, наверное, отправимся. Да, мы сразу это сделаем. Давай, идемте пока в родниковые поля. Переговорим со всеми насчет того, что случилось. Может быть, среди них будет тот, кому нужна будет нить. Но, скорее всего, знаете, кому она нужна? Скорее всего, она нужна тому Моке, который находится как раз... который находится вот здесь, в озере, и ловит рыбу. Кстати, прямо вот здесь. Вот. Странно, что он не отмечен. Вот. Скорее всего, она ему нужна. Он что-то говорил такое. Так. Грома. Подумай только, дух, твои руки пополнили еще один огонек света старой ивы. Огоньки и духи бродят по Ниве, но бок о бок. Не думал, что доживу до этого дня. Мир хорошеет на глазах, и сейчас не только о родниковых полях. Ну, да. Кстати, да, нам еще где-то нужно найти 5 горловской руды. Я хрен его знает, где ее искать, честно признаться. Вот просто хрен его знает. Очень плохо, что Люпа не продает карту. Карту горловской руды. Но может быть, я все еще не знаю. Может быть, вы мне уже тоже по этому поводу подсказали. Но так или иначе, я все еще не знаю. Может быть, действительно, где-то здесь, может быть, за этим местом нам откроется карта, которая покажет все секреты. Может быть, я не прав был, и Люпа продает. И Люпа не должен был продавать ту карту, о которой я подумал. Может быть, то, что он продает, это то, что он продает. А карта всех секретов, это карта всех секретов. Да как же? Что же ты такое потеряла? Интересно, я увижу эту его особенную муки. Просто интересно. Я очень люблю всякие любовные линии в играх. Господи, господи, то, что он сюда уронил, оно не просто потерялось, оно прям закатилось. Это как, когда, знаете, когда роняете ручку на пол, короче, а потом находите ее где-то в 300 километрах от дома вообще. Опа, это желудь. Желудь, когда-то подарена робкому Моке. Я! И еще раз. Ага. Кстати, сказали, что тройной прыжок здесь, по сути, опционален. То есть здесь в основном все заточено на то, чтобы добираться до всех мест с двойным прыжком, а тройной просто чуть-чуть облегчает жизнь. В принципе, я согласен с этим. По-моему, то же самое было и в предыдущей части. Это он! Мой желудь! Больше никогда его из рук не выпущу. Очень хорошо. Когда-нибудь я перестану быть этой темноты. Когда-нибудь. Но это, знаете, не отвечает на вопрос, где нам взять еще осколки жизни. Осколки жизни и энергии. Потому что, черт возьми, у нас собрано по 18 и того и другого, а на карте обозначены только только по одной штучке. Больше на всей карте нет их нигде. Я не понимаю, какого черта происходит здесь иногда с этим всем. Так, нам теперь нужен Талия, я полагаю. Но сначала давайте переговорим, наверное, с Тиланом. Я хочу улучшить несколько способностей, которые мы с вами используем. В частности, вот это вот. У нас есть способность, которую мы... Кстати, он продает. А, стоп, это мы не нашли всего-навсего. Так, есть кнопочку. Мы не нашли с вами всего 4, да? Нет, не нашли гораздо больше. Ну ничего страшного, мы все это найдем. Мы это в любом случае все найдем. Мне кажется, что то, что таится за последней дверью, это еще далеко не конец. Так, вот это вот. Ага. И, наконец, вот это. Кстати, это мы тоже вроде бы используем, нет? Ну-ка, дай посмотреть. Не, это. Мы используем вот это. Выстрел. Отлично. Короче, все, что мы сами используем, мы все, в принципе, прокачали. Остальное прокачивать, наверное, смысла... Хотя было бы неплохо, но смысла все-таки нет. Если для этого придется фармить я не хочу. Говорят, что вот эта вот способность, вот это смятение, вроде как, реально очень помогает в плане сбора осколков духа. Я, может быть, попробую.
Но мне вроде... Ну, я не... со смятением я действительно не пробовал это делать. Я пробовал просто с большим количеством... С большим количеством... На большее количество этих самых использовать кристаллы, но... Это не очень хорошо. Это не очень хорошо помогло, я честно скажу. Так, нам нужен теперь Тали. У нас для него последняя семечка, кстати говоря. Тали. Ну-ка. Да, последняя. Ну-ка. Вырастил ягодки вот эти. Тебе доводилось видеть светлячков. Это просто потрясающее создание. Они обожают ловцы света. Летят на свет от цветка к цветку. Я нашел приют в родниковых полях, когда мой прежний сад заледенел. Но тот сад был совсем маленьким. Им любовался только я и больше никто. Теперь в полях появился сад для всех и каждого, а я... Я наконец-то чувствую себя дома. Спасибо тебе, дух. Хорошо. Хорошо. Так, нам теперь нужен кто-то, кому понадобится наша шелковая нить, по идее, да? У нас еще есть горло, кстати, которому нужна вода была, помните? Угу. Кстати, а помните, нам, нам Ток когда-то говорил, что вот здесь вот, где мы с вами откопали дистейл и лопата, мы там откопали, получается, этот кристалл. Я помню, что тут тоже была такая лопата. Может быть, там тоже стоило бы копнуть, нет? Хорошо, так или иначе. Давайте двигаться дальше. У нас, кстати говоря, была... Да, у нас еще стоит вот эта вот штука. Нет, не это. Да, да, это она. Это она. Максимум 6000 искр. Я только что потратился на улучшение, но я просто надеюсь на то, что мы эти 6000 искр еще доберем. Еще доберем. Тем более, что сейчас придется немножко прогуляться перед тем, как идти. Это дверца. Я думаю, что там не финал. Я думаю, что там должен быть еще один дух. Помните, нам говорили, что всего их 5, по-моему. Там у нас должно быть сердце. Так, я хочу для начала сходить сюда. Поговорить с этим Моки. Посмотрим, что он нам скажет. Он нам просто говорил про то, что ему нужна сеть, кажется. Сеть или что-то в таком духе для ловли рыбы. Может быть, ему не подойдет? Ну, вон из этой нити, как паук сплетет себе сеть, почему нет? Я не знаю. Так, ну-ка. Здравствуй, это что, нить? Но откуда она у тебя? Из нее можно смастерить сеть, достойную лучшего Моки-рыбака. За нее я дам тебе вот что. Это позорная труба моего отца. Не переживай, ему она уже ни к чему. Он больше не хочет, не ходит в море, а только ест и спит. Все время, потому что... Потому-то мне и нужна рыболовная сеть. А, позорная труба? Хорошо. Работать шелком непросто. Он очень липкий, но когда-нибудь я доплету свою сеть. И наловлю много-много рыбы. Моки каждый день будут пировать. Допустим. Так, хорошо. А, единственное, мне пока что в голову приходит только два персонажа, которым могла бы подойти подзорная труба. Это либо Матеим, либо Моки, который находится на верхушке здесь, возле... Давайте, кстати говоря, сразу к нему, наверное, сходим, может быть. Потому что к нему недалеко. Который находится здесь, на верхушке. Помните? А, нет, к нему, похоже, дальше. Ладно, давай сходим сначала к Матеиму. А, черт. Я не знаю, кому... кому ближе. Ладно, идем. Идем, наверное, сначала к нему. Не тебе ведь. А-а. Не тебе. Я, кстати, не обратил внимания, сколько дает вот такая вот. Ага. Не обратил внимания, сколько дает одна вот такая вот. Один такой кустик осколков. Ну-ка. Дозорный. Нет, это не ему надо. Это надо не ему.
Ничего себе, это подзорная труба? Мне как раз такая пригодится. С ней мне не придется следовать за тобой по пятам. Ну, то есть я и так не следую совсем. Во, держи флягу, я наполнил ее вкусной пресной водой. Двойная выгода, и вода, и фляга. Все-таки ему. Надо было сразу к нему идти. Ну и вода, естественно, нужна горлоку. Это прям очевидно. Я тут на карте увидел вот такую вот милаху, кстати. Это место для нас больше не похоже на дом, чем на что-либо в этих полях. Слушай, я не знаю, посмотри на их размеры, они моки случайно не кушают? Моки вроде говорят, что они даже с ними подружились, он тут уже плелся паутины, кстати. Хорошо. Хорошо. Так, воду нам надо будет отдать. Воду нам надо будет отдать горлоку здесь. Но перед тем, как идти прямиком к нему, я хотел бы сделать небольшой крюк. Я хочу забрать вот здесь вот осколки. И вот здесь вот. А уже потом мы с вами пойдем к горлоку. Не поверите, что нашел. Там, оказывается, не просто что-то не открыто. Там, похоже, проход в какое-то целое место. Смотри. Помните? Это то место, которое находится в тихом лесу, которое я так давно хотел посетить. Сейчас покажу, секундочку. Вот. Ага. Смотри, это прям проход аж куда-то вот сюда, похоже. Елки зеленые. Как интересно. А, тихо. Я, кстати, решил попробовать все-таки пофармить немного, посмотреть, как это будет работать. Поэтому решил, я улучшил нашу турельку, кстати, и хочу вместо вот, вот этих способностей, хочу отойти от нашего всплеска, либо, может быть, от вспышки, использовать турельки. Поэтому я прокачал турельки, я думаю, это будет прикольно. Думаю, они нам сильно помогут, это во-первых. А во-вторых, для этого мне пришлось просто потратить довольно много, и мы остались вообще без... Так, погоди секундочку, то что-то еще было. Ага, вот мы и на Иве, кстати говоря, по итогу. Так, к сожалению, не за... Кстати, а это случаем не Ио? Боже, я просто обратил внимание на фон. То, что там происходит. Ладно, мы просто постараемся сделать так, чтобы те, кто остались в живых, не страдали. Да? Это же есть наша цель сейчас. Ага. Короче, прикольно. На самом деле прикольно, то есть, используя вот это смятение, враги возрождаются практически мгновенно. И использовать можно еще вот эту штучку, будем получать в два раза больше осколков. В принципе, можно. Осталось только просто найти место, где это было бы удобно делать. Где было бы удобно. Уничтожать этих врагов в большом количестве, и чтобы это было быстро. Ну и, в принципе, я думаю, мы нафармим на все. Избыток, оно. Это, я так понимаю, конвертация, да, энергия превращается в жизнь, и наоборот, интересно. Я помню, была такая способность тоже. Это все получается, все, что здесь есть, да? Была у нас такая способность в предыдущей части. А мы разве не проходили это испытание? Серьезно? А ну дай-ка посмотреть, где оно. Это вот здесь. Да? Я же прав? Кстати. Слева внизу, это же эти испытания, верно? Это же оно. Кстати, обратите внимание, видите, мы посадили все семечки. А все семечки выходят в какое-то еще зерно, видите? Но у нас его нету.
У нас его нету. Возможно, это Горлок сделает. У него, помните, последнее из того, что он может сделать? По-моему, это были как раз тоже какие-то растения. Но Горлок и растения, серьезно? Это вообще совместимая вещь? Где-то здесь. Да, вот он, смотри. Не проходили мы это испытание, представляете? Я думаю, что где-то здесь нужно, если фармить осколки, то где-то и в этом месте, потому что, может быть, даже не в этом, а в песчанке, потому что там как раз самые сильные враги. Так, ну я понял, что будет именно вот так все выглядеть. Ну поехали, давай. Получилось? Да! Боже, не сильно сложное, но просто вот сейчас, просто сейчас на чистой удаче. Фух. Так, хорошо. Кстати, что-то я не помню этого места. Или... Не помню, вот реально не помню. Давай проверим нашу турельку, кстати. Да. Стоило того, согласитесь. Было бы неплохо еще. Ау, зараза. Было бы неплохо еще отыскать такое место, где можно было бы пополнять себе энергию заодно. Чтобы использовать турельку чаще. И тогда у нас действительно хватит на все осколков. Так, ну получается, что это все. Что здесь, я не знаю, кстати, попасть, наверное, это будет еще одна какая-то отдельная локация. Так. Ну давай попробую все-таки насобирать нам на какие-то новые способности, чтобы они были у нас просто все, а потом уже двинемся дальше. Где-то максимум по 30 осколочков у меня получается за раз собрать. Это чертовски мало, честно говоря, поэтому я решил, что я все-таки не буду этим заниматься. Мы с вами все найдем, но прокачивать все найденное на максимум мы не будем, будем только то, что... А мы используем, уж простите, но в Ури я все-таки заниматься фармом не хочу. Оно мне не про это. Так, я принес себе водички. О, мутник, это что, фляга? Полная воды? Не поделишься ли ей с несчастным горликом-странником? О, спасибо, было бы очень обидно, если бы вместо искажения меня погубила бы жажда. Ой, держи каменную плиту, я нашел ее у развалин. Вроде полезная штука. Окей. На карте начертаны витиеватые линии и загадочные символы. Как интересно. Может, эту карту нужно Току отдать теперь? У нас единственный, кто занимается картами, это Ток и Люпу. И все. В общем-то. Так, ну у нас тогда есть два сейчас, даже я бы сказал три пути. Первый, это отправиться к Люпу, дать ему эту карту, посмотреть, что он нам скажет на этот счет. Это во-первых, потому что вполне вероятно, что это та самая карта, о которой вы мне рассказывали, карта сокровищ. Вот, и второй, кстати говоря, тут сразу итог есть, может быть, он что-то скажет. Нет, Ток нам по этому поводу ничего не говорит, хорошо. Значит, остается Люпа. Если Люпа нам ничего по этому поводу не скажет, я тогда не знаю, что еще придумать. Пока что. Я думаю, что мы с вами тогда просто отправимся в закрытое место. А мы с тобой говорили, кстати говоря, Моки? Привет, дух, помнишь меня? Я Моки-рыбак. Я частенько рыбачу в Светлых Озерах своей, ну, новой сетью. Нет ничего лучше, чем вернуться домой вечером, чтобы поесть и поспать. Согласен. Так, Люпо, если ты мне ничего не скажешь по поводу этой карты... Смотри-ка. Кажется, я где-то уже видел вот такую каменную плиту. По-моему, это фрагмент каменной карты. Легенда гласит, что на ней отмечены несметные богатства. Святые наведутся старинные развалины, вдруг правду говорят. Значит, говоришь...
Говоришь, старинные развалины наведаться, да? Сюда. Ну, нам как раз сюда путь, в общем-то. Прямо вот сейчас. Прямо аж вот где-то здесь. То есть получается, что в эти места мы заходим через развалины. Ясно. Ну, нам как раз сюда и надо. Идем, посмотрим. Что же это такое? Я очень надеюсь, что эта штука отметит нам... все на карте. Вот вообще все, даже осколки. Это было бы чертовски хорошо. О, здесь можно было бы, кстати, сражаться за осколочки, наверное, да? Мы тоже, блин, надо потратить на это нехилое такое количество времени. Мне кажется, то есть быстро тоже не получится сделать. Хотя, заманывать нет, я только одного могу так заманывать. Ладно. Еще, может быть, еще займемся этим. Не знаю, мне просто... и хочется, и не хочется. Странное двоякое ощущение такое непостоянное. Ну да ладно. Для начала я точно знаю, что я хочу наведаться в шахты. Посмотрим, что это такое. В развалины, если быть точно. За последним огоньком. Умри, вот мы и на месте. Здесь сокрыто сердце леса. Лишь свет ивы духов может отворить то, что давно закрыто. Знали, куда идти дальше. Чтобы возродить то, что утеряно. Интересно, а это место открыто тогда, когда огоньки находились в Иве, например? Так, развалины ветров, хорошо. По сути, это место, где жили горлоки, по-моему, да? Хочу обратить ваше внимание, что Крик нам, кстати говоря, все это время не мешала. Она появилась только два раза. Это когда мы залазили с вами на обледеневшие вершины. И здесь, по пути, в это место. Где бы мы ни были, таков порядок вещей. У каждого древа духа есть свет. А у каждого света есть древо. Они живут в равновесии. Свет – ничто без своего сосуда. Это и есть ива, смотри. Немножко отличается от древа духов небе, от нашего дуба, да? Чуть-чуть отличается. Здесь запечатлено, здесь выбито то, что произошло. А, ну интересно. Но свет вечен, а жизнь древа рано или поздно подходит к концу. Когда ива состарилась, и с ее ветвей облетели листья, она больше не могла беречь свой свет. Он разбился на части, и мы стали лишь крошечными огоньками былого света. А, так ива просто со временем погибла. Блин, так а что ж получается? Наш дуб то же самое может ожидать. Правда, дуб вроде бы как более долговечное древо, разве не так? Вроде как да.
Кстати, мне говорили, что я перышком могу сдувать какие-то большие листья. Я, честно говоря, и там тоже могут быть секреты. Я, честно говоря, провтыкал этот момент. Надо будет проверить. Да? Но получается, как я сказал, наш дуб тоже может ждать подобная участь, все рано или поздно. Но, блин, неужели они не были к этому готовы? То есть получается, что хоть одно существо, то есть духи для этого и существуют. Духи должны были, по сути, помочь Иве возродиться, предполагая, что Ива может в итоге рано или поздно умереть. Какой-то из духов должен был посадить семечко до этого, чтобы Ива снова проросла. Ну как-то же это, как-то же мы сейчас это будем делать? Из-за упадка сильнее всех пострадали дети Ивы, духи Нимана. Мир попал в плен тьмы и разрухи. Духов не стало, и казалось, что все потеряно. Пока, почему, блин, дух вообще из другой области должен этим заниматься? Я так понимаю, что духи это, в принципе, естественная... У них в данном случае естественная природная сила, которая должна была следить за тем, чтобы не произошло того, что произошло с Ивой. Точнее, с Ивой все в порядке, по сути, произошло. То есть все шло своим чередом. Она сама со временем умерла, но кто-то должен был как бы предвидеть это. И появлением в этот мир пришла надежда. Она позволила нашим глазам видеть во тьме. Она напомнила память о том, что позабыто, и вернула силу, когда мы ослабли. Так исцеляется мир. Так все вокруг повторяется. А, то есть, типа это в любом случае должен был появиться какой-то дух другого древа, чтобы спасти... Так, может быть, поэтому наш дуб наш не зовет? То есть мы сюда были, по сути, отправлены им. Судьбой, будет, если вам так угодно. Странно это все, конечно. Здесь история утрачена. Горлоки-строители знали, все, что сломано, можно починить. Здесь они сокрыли сердце леса, самый нежный и хрупкий огонек. Мы чувствуем, что оно рядом, Ори. Свет вновь станет целым. То есть они все это время ждали, они спрятали осколки света. И все это время просто ждали, когда придет тот, кто возьмет и все восстановит. А Крик родилась уже после того, как Ива погибла. Так Крик даже и не знает, что может быть, когда Ива восстановится, то есть насколько свет может быть прекрасен как и для нее, так и для ее будущего. Хотя, учитывая, что она родилась во время упадка, я даже не знаю, может быть, свет ее может и убить сейчас. Так, у нас есть несколько путей, я так посмотрю. А что это? А. Справа что-то есть. Справа что-то все еще может находиться. А, и снизу тоже. Видимо, это как-то тоже нужно все поразрушать. Храм Горлоков, представляешь? Как интересно. Они защитили его своими технологиями. Поэтому Крик нам особо и не мешает. Она не чувствовала возвращения света, как Куру в свое время.
духов не стало, мой свет едва не угас. Теперь я снова цел. Эссер. Ива ждет нас, Ури. Пора идти. На единственный путь к ней. Ёлки-палки. Я тебя... понял. Так, погоди. Я не знаю. А, значит, все-таки вот, вот так сюда надо было пробираться, ясно? Вот зараза. Давай, давай, беги, мой родной, беги. Давай, мой хороший. Нам с тобой понадобится максимум умений, чтобы оторваться от него. Угу. Давай! О боже! Почти споймал! Так, не паникуем. Фух, не паникуем. Надо как-то опережать. Мысль. Ху-ху-ху. Сейчас для полного счастья не хватало только, чтобы крик прилетело. Он просто... Вот и она, Ори. Ива, мать света. Путь нам преграждает лишь... Нам не хватает. Он просто взял и исправил все, что здесь было накурлешено. Обалдеть. Я в том плане, что здесь вся эта песчанка, помните? Он просто взял и все. Вернул нас на свои места. Обалдеть. Вот! Он и был последним, кто, видите, кто дает нам вот эти осколочки жизни и осколочки энергии. Так, у нас есть практически все. У нас не хватает только еще одного испытания, судя по всему. И зернышко. Короче, это все, конечно, просто невероятно и очень хорошо, но это не отвечает на один главный вопрос. Ива была... Нет, неправильно. Ива погибла. Ива естественным образом умерла. Свет из-за этого разбросался. Сейчас мы его соединили. Я понимаю, что было бы логично, если бы Ива заново выросла и только потом как-то... то есть, и только потом как-то... Этот свет мы возвращали в эту Иву, я даже не знаю, но получается, что свет просто разбросался, и как бы кто-то должен был его обратно соединить, просто для того, чтобы этот свет потом заново все это возродил, я так понимаю. То есть получается, что происходит, когда Ива умирает, происходит некий всплеск, который просто разрывает этот весь свет, который в ней был. Не здесь?
А. Дробит вот этот свет. Но при этом у этого света есть силы возродить Иву. Просто, блин, если Ива естественным образом умерла, как бы возвращает свет в то же самое древо, это очень странно. То есть должно быть новое. Разве не так? При этом это не панацея, то есть Ива может и снова погибнуть. Через время, конечно же. И опять кто-то должен прийти и следить за этим местом. То есть по итогу мы должны быть тем, кто должен оставаться в этом месте и следить за тем, чтобы Ива чувствовала себя хорошо. Как интересно. Вот оно. Вот оно. Вообще все? Да, смотри, и руда, и осколки, вообще все. Ух. Ух. Что это такое? Я не знаю. Так, вот здесь мы пропустили, оказывается, осколочек когда-то. Здесь ничего не было пропущено. Слушай, здорово. Еще здесь у нас два осколка. Значит, здесь у нас было пропущено только всего несколько штучек. Слушай, ну в целом, смотри, очень даже хорошо прошли. Практически ни одной руды не упустили. Я, кстати, не помню, сказал вам или нет, я вот здесь еще нашел тоже. Вот здесь вот нашел руду. Просто возле портала, когда телепортировался, я там, оказывается, было место, которое... Вот здесь вот, да. Там было место, которое мы сами забыли посетить после того, когда получили способность копаться под землей. Так, вот одна получается. Три. И это четыре. Вот и вся пропущенная руда. То есть я вас поздравляю. Мы с вами всю собрали, кроме вот этого вот одного местечка. Не собрали только в места, где мы с вами не были. Здорово. Это здорово. Но обратите внимание, осколки не отмечены, да? Не отмечены осколки. Вот эти осколки не отмечены. Либо это те осколки, которые просто продает Люба. Сколько их тут? 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? Если у Люпа можно купить 8... Ой, у Люпа говорю. У Тилана, если можно купить 8 осколков, то это оно. Дай-ка я просто к нему сейчас вернусь, посмотрю. Посмотрю, что он продает, заодно с вами сейчас переговорим. Заодно сейчас с вами переговорим со всеми насчет того, что мы сами сделали. Я думаю, их очень порадует новость. В лесу только и разговоров о том, что свет воссоединился, значит, развалины моего дома послужили благому делу, а это греет мне сердце. А теперь ступай, дух, его уже слишком долго ждет, когда к ней вернется свет. Они как будто бы, знаете, как будто бы знали все. Ну, хотя Горлок, да, Горлок-то, может, и знал. Горлок-то, может, и знал, что так произойдет. Какие скоро эти деревья возродятся? Но он пока все еще плачет о том, что произошло. Хорошо. Так, дай-ка посмотреть. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Он продает 7. Кстати, я бы все и купил бы. Просто, чтобы они у нас были. Давай так и сделаем. Может быть, это неразумно, но я просто хочу, чтобы это все у нас просто было. Мне будет это греть душу. Ага. Так, еще 2 надо было бы купить. Вот, и еще где-то у нас должен быть один осколок, который мы с вами не нашли. Где что-то такое может находиться? Я не знаю. Здесь, наверное, все-таки, да? Стрелю по здесь. Он как-то туда проник, засранец. Я не вижу, чтобы здесь на карте был обозначен осколок. Он может находиться действительно там, где была лопата. О чем я и говорил, вот в этом месте. А, вот же он. Значит, я был прав. Я был, черт подери, прав. Фух. Мне это греет душу. Мне это, черт возьми, греет душу. А, здесь?
Слушай, нифига подобного. Оказывается, раскол... Святой всплеск на три части? Ух ты. Как интересно. Значит, я все-таки был неправ. Значит, он находился у нас не в воде. Ой, в смысле, не в озере лопаты. Ладно. Ладно. Так, нам остается еще немножко добрать осколков, чтобы в итоге купить все, что нам предлагает Твиллан. Можно было бы позаморачиваться, пособрать все вот эти вот энергии, кстати говоря. Это, кстати говоря, полностью закрыло бы всю карту на 100%, по идее. То есть, видите, у нас здесь родник на 99%. Это вот именно из-за этого произошло. А давайте я похожу, пособираю. Мне просто это очень хочется поделать. И начнем, наверное, вот с этого места. А вот и все. Все собрано. Почти. Почти все. Я не смог собрать только вот этот огонек. Я как ни пытался, я никак не могу до него допрыгнуть. Я не знаю, что нужно делать. Может быть, я не понял. Может быть, как-то отсюда можно было пройти. Об этом я даже не подумал. Только сейчас об этом подумал. Ладно, так или иначе. Первое, о чем я подумал, что, возможно, нам еще какая-то способность должна даться, что мы прыгали еще выше. И тогда я смогу туда вернуться, забрать этот огонек. А так, в принципе, все. Абсолютно все мы собрали. Я вас поздравляю. Остается такая-то штучка. И отсюда. И да, я купил, получается, все, что нам давал Твиллан, и выбрал, и взял себе еще вот такую способность. У него же искусство боя, шанс нанести 50% урона составляет 20%. Это очень круто. Еще, кстати, на урон есть вот такая штука, наносим больше урона летающим врагам. Я даже не знаю, если нам все-таки придется сражаться с Крик, я думаю, имеет смысл эту штуку взять будет, да? Наверное, я не знаю. Ладно, так или иначе, у нас сейчас путь только один остался, вот сюда. Нам тут Крик мешало до этого туда пробраться, помните? Видимо, все-таки не просто так. Кстати, блин, я убрал ударный прыжок, чтобы поставить вот эту способность, и я теперь чувствую себя очень некомфортно из-за этого. Прям катастрофа. Можно убрать магнит, конечно. Или пока что убрать вот эту штучку, оставить родной прыжок, потому что все равно у нас нет ни 3, ни 6 тысяч искр. Хотя, чем больше их будет, тем сильнее мы будем становиться. Но подумаем об этом, когда их реально будет уже за 3000. Я тогда, может быть, действительно пожертвую. А, мы тут не пройдем. Я тогда, может быть, действительно пожертвую родным прыжком. Не сейчас, нет! Ёлки-палки, какого хрена с... Посмотри, как он по ней долбанул! Я сломал маску, рога и ножки все в крови. Не откликнулся ей добротой. Все же сердце ее было сковано тьмой.